Тема еще одной панельной сессии ВФ стала развитие информационной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Регионы с его огромными расстояниями и удаленными друг от друга объектами просто необходима хорошо отлаженная система мобильной связи и интернет. Без этой составляющей невозможно заниматься экономическим и социальным развитием территории. Как отметила представитель компании «Мегафон» Анна Серебренникова, в современных условиях качество жизни людей напрямую зависит от информационной инфраструктуры. А это не только интернет и мобильная связь, но и дистанционное образование, телемедицина и умное ЖКХ. Инфраструктура связи, доступ в интернет уже стали для людей необходимостью. И к этому также нужно относиться. И поэтому при проектировании, при строительстве любых крупных проектов, где люди будут жить и работать, будь то постоянно или какое-то время, все равно там были бы заложены возможности для оказания услуг связи.